Так, салам алейкам, хурметты Казахстан, с вами Ергали. В общем, ходил сегодня в банк, хотел там счет открыть, чтобы с Ютуба там копейки там набежали, чтобы перечислить на этот, в общем, на счет. И счет мне, короче, не открыли, с Ютуба теперь деньги с монетизации, вот этот, который включил, тоже деньги не смогу получить, пока, короче, не заплачу там. Короче, в общей сложности там повылазило 300 с чем-то тысяч, потом 200 с чем-то. В итоге где-то около миллиона тенге мне надо только заплатить. Столько, я не знаю откуда, короче, повылазили. Загрузили, короче, меня там больше миллиона там получается, наверное, где-то тенге. И вот живу, значит, с бабушкой вот в такой избушке. Бабушке 84 года ей, да, 84 года, тоже кое-как передвигается, тоже живу сейчас с ней, с матерью, это мать моя, живу с ней, значит, помогаю, печку топлю, там, кушать готовлю, там, уборка дома, ну и заодно видосики вот такие снимаю. И вот что обидно, настроения нету, да, что бабушку тоже облапошили, вот в России, когда сюда перевозили, тоже облапошили. Был огромный у нас дом, вот как у соседа, наверное, вот видите, здоровый дом, да, вот такой. Облапошили тоже, забрали, короче, она же жила в ауле, короче, дитя войны, вместо того, чтобы учиться в школе, колоски собирала, все для фронта, все для победы, в итоге знания не получила, тем более в ауле жила, русский язык не знала. И ее, короче, обманом завели к нотариусу, сказали, что пенсию переводят, а сами заставили ее там подписать. И, в общем, продали ее на огромный дом. Я хотел выбить этот дом, пробовал, но так как мне запретили выезд в Россию, тоже туда не могу, значит, выехать. Ходил в ВНК, просил помощи. Но там тоже ничего они не хотят помогать, в общем, вот такая вот беда. Наверное, все с моей вот это вот, что я вот этим занимаюсь, что. И вот сейчас вот думаю, вот настроения нет. Вот был у меня шанс, вот когда с женой развелся, да, приезжали ко мне бандиты же, говорили, что давай мы твою жену грохнем, отправим на тот свет. Вот ты же ребенок, ты не лишен родительских прав. И я тогда отказался, понимаете, потому что мусульманин. И вот сейчас иногда иду, вот и думаю, блин, что я дурак отказался, сейчас бы ходил бы, как атаман Захаров, миллиардером. Вон ходит же, превозносит фашизм, генерала фашистского, и живет, как сыр в масле катается. Сейчас он, русское общество его, значит, в мажилис парламента, он депутатом его продвигает, значит. И вот так вот. А вот бабушка, которая, значит, войну вместо того, чтобы учиться, собирала колоски, видите, теперь вот живет вот в такой маленькой халабуде, две комнаты, знаний нет, русский язык не знает. И хорошо, там пенсия там маломальская, там под 50 тысяч получает, и вот на это существуем, значит. Вот теперь и с Ютуба, я рассчитывал с Ютуба зарабатывать деньги, а теперь получается, видите, из-за этого долго там миллион, представляете, а еще 555 тысяч плюс, то есть 1,5 миллиона мне платить. Офигеть, вообще, вроде, в общем, загнали меня в угол, не знаю, что делать же теперь, настроение жак. Вот такие, друзья, мои дела. С вами был Ергали, салам алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.